Здравствуйте. Ну, сегодняшнее видео наше будет посвящено бараньей ноге. Решили отойти немножко от темы, от рыбы. Ну, ничего, приготовим сегодня рыбу. Ой, рыбу, извиняюсь, заговорился. Ногу баранью. Что ж, берем баранью ногу. Я не знаю, сколько веса. 2,5 кг, наверное, до 3. Вот задняя часть. Что для этого нужно? Будем готовить по итальянскому рецепту. Очень интересно. Именно с анчоусами. С копчеными анчоусами. Что для этого нам нужно? Ну что, наломаем для начала веточек розмарина. Берем чеснок. Нарезаем слайсы такие. Достаточно. Смотрите. Если вы посмотрите внимательно на ногу баранью, то вы увидите, вот идет мясо, да, вот оно, а между мясом жир, да, и что мы делаем, именно в эти полосы жировые, не в само мясо, будем накалывать нашу эту самую баранью ногу. То есть, что мы делаем, вот такой ножик берете, и провернули. Дальше берем кусочек розмарина, чесночок, анчоус. Все это сложим и закладываем. Так, баранья нога у нас готова. Очиненная. С двух сторон мы ее сделали. Что мы теперь делаем? Берем крупную соль, натираем и также натираем перцем. Но предварительно, прежде чем мы это делаем, мы польем немножко масла с анчоусов на свою ногу. Поливаем чуть-чуть масла. Так вот. Посыпали. Нарезаем лук. Нарезали лук. Насыпали на противень. Ну и сверху ложим нашу ногу. И закидываем на 60-90 минут в духовку. При 200 градусах. Так, наша нога подходит к логическому завершению, к этому самому концу готовки. Мы начнем готовить соус. Что для этого нужно? Мы возьмем немножечко петрушки. Дальше берем мяту. Да, ем. Сложим все до кучки вот так вот. Ну и начнем. Так, высыпаем все в тарелочку нашу. Тоже миленько нарезаем. Высыпаем все в тарелочку. Один огурчик тоже нарезаем миленько. Огурец нарезали. Кстати, огуречек соленый, малосольный у нас. Парочку вот таких небольших кусочков анчоуса. Немножко. Тоже нарезаем все мелко. Каперсы. Если у кого каперсов нету, то они и не надо. То это такое дело. Добавляем еще сюда щепотку соли, щепотку черного перца. Добавляем ложечку горчицы. И добавляем где-то 1,5 ложечки винного уксуса. Немножечко оливкового масла. И тщательно все перемешиваем. Красота. Ну что, нога у нас готова. Переложили ее на доску. Запекали мы ее примерно минут 75-80. Вот. Ну что ж, посмотрим, что у нас получилось. Начнем с надреза такого маленького. О, смотрите, замечательно. Режется. И пахнет. А пахнет. Запах какой, бабушечки. Мягенько. Соусом этим добавляем к мясу. Вот так вот, переложу можно между краями.
приложить. Ну, это уже или на тарелку. Гарнир мы делаем обычный. Картошечку сварили. Замечательно. Приятного аппетита. Наслаждайтесь.